Здравствуй, дружок. Хочешь, я расскажу тебе сказку? Но чуть-чуть попозже. Сначала я хочу представить твоему вниманию магазин ключей Dark Store. В этом магазине ты сможешь найти игру на любой вкус по очень низким ценам. CSGO вы можете купить всего за 89 рублей, а GTA 5 и Overwatch за 149 рублей. Че, серьезно? И многие другие игры на любой вкус. Качество и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и снова Сина. Сина, здравствуй, как дела? Здравствуйте, здравствуйте, все хорошо, ведь сегодня мы с Леоном настоящие бизнесмены с личным авто и самолетом. А вы только гляньте, на какой машине мы приехали к нашему личному персональному самолету. Сейчас мы сядем в него и полетим в Германию. Слушай, ты заметил? Я флаг как-то сразу не приметил. На Берлин! В общем, по сути, мы... Да-да-да, я. Мы, в общем, сегодня будем смотреть просто обычные постройки, взятые из воркшопа, и некоторые из них довольно уже старенькие, а какие-то новые. Вот этот, допустим, самолет новый, вот эта машина, она старенькая, мы на ней приехали. И, в принципе, ну что, машинка хорошая, сразу вам скажу, мы на ней сюда приехали из центра карты. Дорогу она держит, ну так себе, если честно. Пару раз... Отличный кожаный салон и, в принципе, неплохой вместительный багажник. Резина, конечно, так себе, но движок тянет. Да, кстати, она реально так это, когда ехала, она такой звук издавала. Слышишь, да? Да-да-да-да. Это полностью от и до из резины состоит. Ну это и все ладненько. Значит, гвоздь сегодняшней программы — этот замечательный самолет. Спонсор также Аэробус Scrap Mechanic Airlines. Вот, значит, мы сейчас убираем домкрат. Эта штука опускается. Я не знаю, мы старались выбрать более ровную поверхность, чтобы попытаться в этой штуке взлететь, но... Взлететь — это еще не главное. Главное то, что внутри. Что ж, прошу на борт. Так, отличненько. Пилот номер один, пилот номер два. Так, и что мы здесь видим? А здесь мы видим то, что здесь можно закрыть, во-первых, вот эту дверь. Тут есть кнопочка какая-то. Это освещение. О, слушай, как туалет. Атмосферно. Туалет? Ну, туалет-то для тебя, только тебя придавило, по-моему, да? Жирноват-то. Ой-ой-ой. Так. Тут можно, смотри, вот так вот и застрять, как я. Так делать не надо. Не, ну слушай, смотри. Знаешь... Свет такой ночной, специально для долгих перелетов, чтобы кто-то мог поспать, а кто-то книжку почитать. Что не слишком ярко и не слишком... как бы темно. Вот. А так. Пилотов-то нету. А пилоты мы сегодня будем. Слушай, интересно, а что здесь? Тут, короче, типа, я так понял, пищеблок такой небольшой. Тут есть даже чашки для чая. Вот. И что-то еще. А, все. Чай готов. Помечено. Да, так. Ай-яй-яй. Ну хорошо, это все понятненько. Тут сенсор, кстати, смотри, какой-то есть. Если прыгать, он что-то задел. Ты бы видел, как это смотрится. Сейчас полетим. Так, ну что, давай ты будешь основным пилотом, а я вторым пилотом. У меня есть кнопки, а у тебя тоже, да? Значит, смотри, да. Все довольно-таки просто. Второй пилот, включите, пожалуйста, кнопочки сверху. Покажите мне, что они делают. Так. Ага, закройте трап. Это трап, да? Трап, ага, окей. Значит, смотрите. Это радио, это самое главное. Так, у тебя тоже трап. Значит. Ага. Я убрал шасси. Нормально. Играем дальше. Давайте, пожалуй, выпустим шасси. Это самый крутой самолет, который может стоя убирать шасси. Вертикальный взлет! Мне нравится. Слушай, они добавили спецэффекты, когда турбины в землю направлены. Раньше их не было. Так, ну ладно. Слушай, меня заколебала эта музыка, я выключил. Так, сейчас. Так, ну это элементы управления. Мне кажется, тебе надо давить вперед, чтобы двигать вперед. Что это было? Это, короче, первая кнопка у меня, прикинь. Значит, смотри. Мне нравится. Я могу поднимать нос выше. Ага. А как насчет ехать вперед вообще? Лететь. Не знаю. А ты нашел какую-нибудь кнопку, которая может нас вперед тащить? Нашел! Меня она очень даже тащит вперед.
Тут даже музычку можно наиграть какую-нибудь. Ну, собственно, летим. Летим. Ну, не знаю, слушай, ну давай попробую я тогда, может быть что-то изменится. Давай. Так, давай. У тебя там зато будет крутая кнопка, которая... Так. Так, ага. Ага. Это бип-бип, мафака. Бип-бип, мафака, ну. Так, так, это у нас шасси. Так, а это что такое? Восьмерочка была. Эй! Вернуться обратно на землю. Так. А, это не то. Это не то, что я хотел. Тик. Тик. Это свет. Это, походу, свет просто. Короче, я не знаю. Поехали! Так это... Наверное, надо было просто вперед жать, слушай. Возможно, возможно. Взлетаем! Наверное, надо включить... А, тягу включили. Тягу, давай. А, май гад, ладно. Так. Давай, теперь шасси убирай. Не-не, погоди, мы еще не взлетели. Да чтоб тебя! Да как тебя поднять? Школу пилотов не окончил. А вернее, окончил, но на тройке. Разойдись! Помогите! Как взлететь? Да фиг ее! Я убрал шасси, я поднимаю нос. Отлично. Блин, кусты! Все. А теперь начинается The Forest. Да-да-да, теперь начинается Forest, ребята. Мы выходим и выживаем, убивая каннибалов. Так. Погодите. Может, мощности не хватает? Давай выпусти шасси, давай прибавим мощность. Это ракета, блин! А не то, что вы думали! На самом деле, просто это самый ужасный... Ужасная ситуация, которая могла получиться. Прилетель. Прилетель. Эта штука не летает. Ну, вернее, летает, но только не в наших руках. Так. Давайте попробуем еще раз вызвать самолетик и попробовать поднять его в воздух. Так. Ты видишь самолетик? А я нет. А он есть. А он есть. Так. Да, как-то так. Так, и снова трап. Ох! У меня самолет в самолете. Самолет в самолете? Или что это сверху, над ним? Я не знаю, может, у тебя забагалось? А ты не видишь этого? Я, наверное, не вижу, у тебя что-то там космическое, уникальное просто. У меня на самолете стоит еще один самолет. Да ты чё? Ты можешь проехать вперед, блядь? Давай, я немножко проеду. Ребят, если вы хотите на это посмотреть, то приглашаю на канал Сина, в описании ссылочка. Причем он, знаешь, такой разбитый весь. То есть, как будто уже все. Да ты чё? С ним покончено. Ну ладно, садись пока сюда. Правда, тут так. Крыло мешает. Надо его отпилить, я думаю. Я обычно так делаю с самолетами. Да ладно, зачем им крылья? Скрап механики-то, да? О! Тут огонь шпарит сбоку. Это нормально? Понятия не имею. Ну, поехали. Так. Полетели. Получилось, Сина. Мы летим. Да. Да, ну как далеко мы улетим-то, блин? Нет, невидимый небоскреб. Не, ну эта штука полетела в наших руках. На, предлагаю покинуть транспортное средство, пока оно не взорвалось. Уходим! Я застрял! Уходим. Немецкого качества просто штука. Обрати внимание, сделано в Германии. Действительно. Так, но у меня, кстати говоря, есть предложение. Еще один самолетик. И этот будет просто не загрузился. Да что? Не надо так. Ну. А, он с модами. Прошу простить за преждевременную панику. Хотя, погоди, возможно, он и не с... Нет, он не с модами, по-моему. Просто... А ты что, уже видишь? Просто проблема в том, что он настолько огромный, что для него эта локация маленькая, боже. Сейчас, погоди. Ты что-то принял и мне не даешь, Лев, скажи мне честно.
Я употребил. Понятно. Короче, я знаешь, что тогда предлагаю? Создать другую территорию с ровной поверхностью и там попробовать его поставить. Ух ты, ё-моё. Вот-вот-вот, я о том же. Но я тебя не вижу, где ты. Я на крыше. Офигеть, слушай, она реально гигантская. Просто колоссальных размеров. А вопрос? Она ты летает? Меня отсюда снимешь? Мне кажется, это мне нужно к тебе подняться как-то. О! А, лагает! Лагающий самолет, как я люблю! А, ну смотри, здесь подняться наверх надо, действительно, вот с помощью... Стой, 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 я, походу, трап нашел. Да? О, да. Это трап? It's a trap. It's a trap. Ладненько. Ага! Ну давай. Я смогу залезть. Слушай, действительно. Так, ладно. Это грузовой, значит, самолет. Нет, есть лесенка выше. Давай, поднимаемся. ФПС, пощади меня. Тут можно поспать. Представляешь? Здорово. Ну что, давай тогда попробуем запустить давай. Эту штуку. У меня нету кнопок. У меня есть кнопки. О! Нет, ничего я только себе. Первую нажал, она уже летит. Так, вот это. Мы летим, нет, мы летим! Нифига гон! Что дальше-то? А, мы поворачиваем так, а теперь... Вау! Боже, какая же она большая! Господи! Нет, 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 сваливание начинается. Нет, 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 все нормально, все нормально. Летим, летим, летим. Летит лепесток через запад на восток. Лишь коснешься ты земли, быть в беде аварии. Кстати, смотри, турбины крутятся. Турбины-то крутятся. Турбины, а я не. Крутятся. Я посмотрю на тень, это единственный ориентир нашего положения. Да что это такое? И с чем это едят? А чё, мы приземлились? А, мне кажется, мы уперлись в стену. Возможно. Возможно. Возможно, ребятки. Что вы думаете? По этому поводу. Надо, короче. Вот так вот. Так. Вот так вот. Слушай! У меня все на боку. Загляни сюда, в кабину. Давай пройдемся маленько. А меня заспавнило снаружи. А-а-а, ты упал, да, вниз? Не-не-не-не-не, я бегу до того кресла, которое ты сбоку ставил. Нормально. Нормально, я да? Я сижу. Так, погоди, да тут даже еще какие-то связи. А, ну это понятно, это все двигательные связи. Так, я пытаюсь открывать пути. Господи, я просто сейчас вот в таком маленьком замкнутом пространстве, и при этом я понимаю, что я на самом деле нахожусь в воздухе, в набок перевернутом огромном Боинге. И от этого у меня просто мурашки по коже. Это игры разума. Да-да-да, кстати, кто смотрел фильм, ставьте лайк. Итак, значит, и... Ой, я слышу, ты там где-то внизу. Кстати, а есть еще один фильм прикольный. Иллюзия полета. Вот такой вот фильм, как вам? В тему вообще. Так, ну смотри, я чисто ориентировочно знаю, где находится... Привет. Получилось. Я там так хорошо сидел. Добро пожаловать на вечеринку у Децела дома. Я сейчас ориентировочно знаю. Да. Я действительно чисто наугад это сделал. Не ожидал, что угадаю с первого раза. Тик, предлагаю отправить в свободное плавание вот эту часть корабля. Так, только сюда не надо падать, блин. Пэм. Пиу, открыто! Добро пожаловать! Давай теперь как парашютисты эвакуируемся. Да не, я не хочу пока, давай. Слушай, у меня идея, давай самолет пополам распилим! Давай! Давай! Так, сейчас попробуем. Прикинь его реально пополам и как он будет падать по кускам. Это прям лост какой-то начнется, знаешь? Так. Так. Вот так вот.
Вот так вот. Вот так вот. Не достаю уже, даже надо подниматься. Так. Вот так вот. Немножко неудобно это делать вот так вот здесь. Но я это сделаю. Так. Пилим. Большой самолет! А потом едем на дискотеку. Так. Если, конечно, выше. Полетим просто. На дискотеку. Так, в теории, как бы я вроде уже почти распилил самолет. Это в теории. Капец, огромный Боинг распилить. Но это, судя по всему, знаешь, это какой-то. У нас колесо упало. Руслан, или как-то так вот называется самолет, я не знаю. На что это больше, ребят, похоже, напишите. Это больше похоже на самолет. Какой Руслан? Нифига, гом! Хей! Вы сломали игру, мне написало. Бум! И слушай, носовая часть самолета, она осталась в воздухе. Мне кажется, это единственная рабочая часть, которая нужна была, в принципе, для этого самолета. Блин, ну как же мы падали, это было круто! Самолет. Вот такие приключения, просто чудеса на виражах. Ну, у меня, короче, еще один был самолет, но, если честно, он обычненький. Давай посмотрим, что в нем такого. А давай посмотрим, да. В общем, здесь наверху, я просто его уже смотрел, здесь наверху есть такая кнопочка, она открывает кабину. Я не знаю, почему FPS просел, возможно, из-за большого количества объектов на карте. Возможно, потому что у нас нос самолета летает до сих пор. Возможно. Я помню, здесь есть внутри него еще пассажирский отсек, но я понятия не имею, как до него добраться. Он очень странно там замурован. А, и вон там кресло, кстати, его уже видно. Можешь на Е нажать и сесть. Во! Нормально! Полетели! Так, что-то не отпускает. Эй, домкрат! А, так там стена же впереди. А, да? Прямо здесь? Да. Офигеть, ее даже не видно. Ну что это за такое-то, а? Ой, разворачивайся. Смотри. Фига прикольно, да, разворачивается. Так, ладно, готово. Мне казалось, этот самолет первый наш Боинг, он больше разы. О, все, FPS вернулся, родной. FPS, родненький. Полетели. Тут внизу холодно. Так. Эй, стой! Вот так, да! Летим! Ай! Летить! Ядрить! Поднимай! Ядрить, колотить! Что с тобой не так? Самолет! О-о-о-о! Все, хорошо! Летим, отлично! Так, хорошо! Так, надо чуть-чуть правее взять, а то там чувствую, что сейчас тут будет. Летим! Слушай, круто! Аж захотелось. Смотри, с ветерком! Рядом башка торчит. Да, кстати. Просто продувает. Я вверх ногами тут слышу. О, а теперь. Мы столкнулись, а теперь обратно летим. О, нет, мы падаем! Мэйдэй! Мы падаем! Высаживаюсь! Вот такие вот офигенные у нас полеты. Почему-то все наши полеты заканчиваются крушением. А не ровной посадкой, да? Слушай, это, конечно... Возможно, зря мы прогуливали те уроки по приземлению. Ну, я же говорил, я авиашколу так закончил, на 3. Прикинь, да, предмет авиации, типа, как садить самолет. Просто все предметы на 5, а эту на 3 сдал. И чувак такой, значит, вылетает, а потом такой момент, что надо садить самолет, такой, ой, а у меня 3 была. Уважаемые пассажиры, а теперь вам выдадут парашют, и вы сами спрыгнете в аэропорту. Да-да-да, потому что у нас выпуск пилотного пилота. Пилотный выпуск. Посадка на 3, да. Ну что ж, ребятки, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки за такие офигенные, веселые полеталки. Ха, слушай, да. Звучит лайки, полеталки, полетайки. Ну, короче, всем тортик, пока. Пока.